Привет, дорогие подписчики, рестлинг на русском языке или просто WRK. Хочу провести, или, блядь, сказать вам одну новость. История инди-федерации, такой федерации, как Ring of Honor, не будет. Почему? Потому что пока материал мы не нашли, и его, как бы, всегда же найдем, мы будем его долго делать и редактировать, переводить на русский язык с английского. Да. Так что пока мы решили делать историю такой интереснейшей федерации рестлинга. Может, она инди, она ближе где-то не к инди, она ближе к мировой, ну не к мировой, а в смысле, как сказать, более такой раскрученный, чем другие инди-промоушены, это XPW. И как раз таки мы начнем сегодня про эту федерацию. Ну, сначала начнем. Родилась эта федерация 24 сентября 1999 года и скончалась 8 марта 2003 года, ну или просто закрылась. Ну что ж, первая глава. Начало. Федерация была создана в 1999 году порномагнатом Робом Блэком. На деньги, вырученные от порнофильмов, он смог устраивать шоу в довольно богатых аренах и нанять местных калифорнийских рестлеров. С самого начала у XPW не было ни одного титула. Ну это, блять, понятно. Это объяснялось тем, что Блэк ждал, когда его творение начнет пользоваться популярностью. Почти через два месяца после первого шоу Блэк наконец-то принес самый главный титул XPW, титул чемпиона XPW в тяжелом весе. Помимо калифорнийских рестлеров, XPW также были наняты многие звезды ECW, такие как Большой Дик Дадли, Джон Кронус, Аксель Ротон, команда Питбулей и публичных врагов. Блэк также не забывал снимать порнофильмы, и дивами XPW стали многие порнозвезды, жена Блэка, Лиззи Борден, Кристи Мист, Вероника Кейн. Несмотря на то, что шоу они давали не чаще, чем два раза в месяц, а иногда вообще один раз в месяц, руководство компании решило, что пора раскручиваться по полной, и они решили провести свой первый турнир, определяющий короля смертельных матчей. Всем до свидания, дорогие